Официально датой рождения Дня лыжника считают 28 февраля 1982 года. Тогда в Москве впервые стартовала «Лыжня России», в которой приняло участие около 10 тысяч любителей беговых лыж. В 90-е и начале 2000-х традиция эта слегка потускнела, и Одинцово стало одним из первых мест, где ее решили возродить. Обновленный праздник проходит у нас уже 8-й год подряд. Ежегодно эти соревнования стали притягивать все больше и больше людей, особенно детей. Мне очень приятно, что дети выходят на старт, и с каждым годом дети пополняют ряды наших спортивных секций, школы занимаются лыжами и этим прекрасным и популярным у нас в России видом спорта. Разброс возрастов у стартующих лет 80, от 2-3-летних малышей до седых ветеранов. Всего на лыжню вышло более 700 человек. Причем все возрастные категории оказались полновесными по числу участников. Хорошему настроению лыжников способствовала и замечательная погода, и отлично укатанная трасса. Лыжи шли легко, и в этот момент многим наверняка хотелось, чтобы такая зима, солнечная и погожая, задержалась в районе подольше. Одинцовская трасса по-прежнему привлекательна не только для любителей, но и для профессионалов самого высокого уровня. Сегодня нас посетил Никита Крюков, он открыл соревнования и поехал сразу на тренировку. Завтра он улетает на очередной этап Кубка мира. Может быть, вы знаете, это буквально неделю-полторы назад он выиграл этап Кубка мира в Стокгольме. И потом вернулся опять в Одинцово, провел несколько тренировочных дней и сейчас уезжает опять на этап Кубка мира. То есть трассу наши олимпийцы с удовольствием используют для откатки между соревнованиями, когда они приезжают домой, когда находятся именно в Одинцово, они всегда здесь. Своего кумира, признанного в мире короля лыжного спринта Никиту Крюкова, молодые спортсмены буквально облепили и долго не отпускали на церемонию награждения. Кстати, это еще один большой плюс Одинцова. Здесь запросто можно получить награду из рук одного из самых титулованных лыжников планеты. Уже через несколько дней, 5 марта, в Одинцовском спортивном парке отдыха имени Ларисы Лазутиной пройдет еще одно значимое для района спортивное событие. На 8-й классический масс-старт всех поклонников лыжных гонок приглашает заслуженный тренер России Леонид Воропаев. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».